Привет, YouTube. Пара тестов. Теперь новый раздел, что у нас появится. Тесты, обзоры, обзоры и обзоры. Посмотрим, давно лежит у нас, как от Ильи Лазарсона пришла посылка. Hot Pepper Sauce вот такой лежит у нас здесь. Он вот такой маленький. Что наводит на мысль, что он очень убер-острый должен быть, по идее. От Санта-Мария, производитель Санта-Мария, страна, кухня Мексика, мексиканский соус. Найти я его смог только на Озоне. Ценник около 300 рублев. Ну и по отзывам он не очень острый, такое себе по ходу дела. Санта-Мария Hot Pepper соус, острый перцовый соус на основе красного острого перца чили. Благодаря своей консистенции соус легко растворяется в блюде, удобно дозировать по каплям. Блин, неужели он такой острый? Соус добавляется в любое блюдо в процессе приготовления, если нужно придать жгучий и ярко выраженный вкус, аромат мексиканской кухни. Подходит для мяса, курицы и рыбы. Пробовать будем самыми уродскими хлебцами каждый день, хлебцы, ибо других у меня нету. Откроем и вкусим. Я вот без тебя просто все не хотел его пробовать, ну, съедать тупо. Вот хотел тебя познакомить с этим делом. Все, открыли. Как, что, куда, хз. Выкручивается он. Вот такая крышечка, которая выкручивает. Понюхаем по нашей старой с тобой традиции. Пахнет как табаско. О, льется вроде. Очень жидкий. Всем, кто кушает, полезного аппетита обязательно. Пахнет табаско один в один. Ну, попробуем. Я очень надеюсь, что он острый. Очень соленый. Очень соленый. Но острота, я не знаю, может это тот перец, который постепенно нагнетает. Вот Ильи Лазарсона, от канала Зона Лазарсона пришел этот соус. Давай пивнем. Очень соленый. Он стопудово как добавка просто к блюду идет. И кислый, он кисло-соленый. Вот сейчас только понял, что он еще кислый. Не острый. По остроте раза два меньше, чем табаско, короче говоря, вот такие дела. Ну, имеет место быть. Имеет право на жизнь и имеет место быть. Что сделаешь? Ну, не острый, не. Ну, как не острый? Ну, раза три менее острый, чем чили-перец, который мы с тобой едим. К тому же он кислый и соленый. Так что не везде подойдет. Если ты без никто, без соли, без ничего лапшу сделал, тогда можешь добавить. То все, теперь ты это знаешь. Hot Pepper Sauce, мексиканская кухня. По вкусу такое, ну, на любителя, видимо. Для мексиканцев нормально, наверное. Мне так, в общем. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Мне к следующему обзору готовится. Время 11:30. Обед. Мы с тобой поедим, спойлер, на будущее лапшу. Береги себя, всем близко. Здоровья, всем пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.